3 ноября 2024 года, нахожусь на Ольшанском кладбище, выглянуло солнышко, хотя и снег шел, и дождь, а сейчас только ветер и солнце, вот такое осеннее солнце, холодная достаточно погода, но не сильно холодная, температура около нуля. Пришли на кладбище могилки близких посетить, потому что вчера была родительская суббота Дмитриевская. В той стороне находится село Кнубрь, а в той стороне деревня Большая Фоминка. Мы стоим на горе, под нами течет Ака, находимся на левом берегу Оки, и Ака течет туда, в сторону Орла, там Знаменка, птицефабрика. Течет к своему слиянию с Орликом, вот по этому берегу, если пойти, и слияние Орлика, автовокзал, там вот у нас заводской берег Оки. А в той стороне находится трасса М2 Крым, Москва-Симферополь, и вот там Знаменка у нас. Лежит снег на траве, который недавно падал. Ну, сейчас вот солнышко пригрело, и уже такая погода очень приятная. На Ольшанском кладбище решил снять небольшой ролик. Вон там домик, дым идет, это село Большая Фоминка, деревня. А там вдали находится село Лаврово. Такое Ольшанское кладбище. В той стороне находится храм, Никольская церковь на Ольшане, ее отсюда не видно. В общем, кладбище, мы стояли на той дороге земляной, грунтовой, которая с той стороны, а сейчас переехали, объехали его вокруг и едем. Я все-таки хочу вам показать Никольскую церковь в селе Ольшань. Я, конечно, ее много раз уже снимал, но люди, новые подписчики, может быть, не видели. Там у нас поля. Едем, как я уже сказал, по левому берегу Оки. Течет Ока справа налево, в сторону Орла. И вот буквально где-то в 2 километрах от дороги М2 Крым, Москва-Симферополь, находится вот она, село Ольшань. Храм восстанавливается постепенно, иногда там совершаются службы. Вот это гостевой дом строится или уже построен, можно сказать, гостиница. А вот это здание дореволюционной школы, где музей и работают ремесла, с детьми занимаются преподаватели, педагоги или занимались. Ну, в общем, здание православной гимназии или дома творчества, там, в общем, совмещенный такой проект. А это гостевой дом. Вот колокольня новая, леса, еще все восстанавливается, а сама вот сам храм вот он. Вот, да. Замечательное здание старинной школы села Ольшань. Благородный красный кирпич. И также вот там находится могила воинов, братская, погибших во время Великой Отечественной войны. А в музее вот этом, который бывшая школа, находятся фотографии, разные реликвии, военные предметы, ну и также очень много всяких дореволюционных предметов, крестьянского быта. Короче, можно посетить, посмотреть. А мы сейчас едем на трассу М2 Крым. Справа у нас будет Знаменка, а слева Кромы, направление. Там Салтыки, Шахово. Налево, а Знаменка и Орел направо. Благодарю вас за просмотр. Подпишитесь на мой канал Природа и Культура. Если понравился ролик, поставьте лайк, напишите комментарий. Также можете пополнить баланс моего сотового телефона Мегафон 8-920-889-20 на услуги связи. Всего вам доброго, храни вас Бог, хорошего вам здоровья. До новых встреч. Вот дорога прямо, а это вот кладбище, как объехать в эту сторону, и эта дорога грунтовая, в общем, окружает кладбище и выходит вот сюда.